Здравия желаю! Сегодня у нас тест ножа Spyder Command X2 XL. Ну и как всегда начнем с помидорчика. Длина клинка 98 мм, толщина клинка 3 мм или 3,2, везде разная информация. Сталь CPM S30V. Нож не новый, нож я получил БУ по обмену. Это обо всем расскажу уже потом в обзоре. Ну и посмотрим, как он. Он, кстати, уже переточенный, точенный. Хозяин его перетачивал, убрал здесь не проточку, чтобы было до конца проточено. Поэтому он не из коробки, не новый. Ну и посмотрим, как он режет. А режет он довольно-таки неплохо, даже очень и очень. Я его там буквально там 10 раз на мусатике подправил, ну так, чисто символически перед началом, потому как заточен он, как вы видите, хорошо, по собственным весам, дольки отрезаются любой частью клинка, ближе к острию, вот. Заточен отлично. Так, ну и теперь едем дальше. Оператора нет, автофокуса тоже, поэтому надеюсь, все получится. Вот специально наконец-то докупил веревочки, моток. Посмотрим, как он по веревке будет работать. Кстати, это не совсем та, которая у меня была раньше. У меня было чуть-чуть волокна, в общем, там потолще, что ли, были, как сказать, попрочнее. Не знаю, как правильно называется. Но это стандартная какая-то 12-миллиметровая веревка. Ну и для начала одинарный. Попробуем в один заход. Ага. За что-то, видимо, зацепилось. Попробуем еще-ка. Как-то так не, хотя, знаете, может потому что веревка другая, но бывало и лучше. Как-то так не, хотя все получается. С усилием, я вам скажу. А ну-ка возьму-ка другой нож пока попробую. В чем причина, разберемся. Итак, Манникс отложим пока, возьму Voyager. Хотя, может, да, потому что веревка другая. Может, в этом? Да нет. Дело-то не в этом. Вот. С усилиями, конечно. Даже интересно. Но, опять же, нож не новый. Может, дело все в заточке. Хотя вот помидор, да, на помидоре смотришь, работает хорошо. А ну-ка еще раз. Ну вот как-то вот с трудом, если сравнивать с тем же Voyager, то труднее, ощутимо труднее. Так, теперь сложенную вдвое. Как-то непонятно. Эту вроде неплохо перерезал. Как-то вот непонятное ощущение. Ага. Надо чуть больше делать усилия, и тогда все норм получается. Это мой косяк. Именно очень-очень он легко ее прорезает. Я хотел прям продавливанием тупо давить, а надо, ну, хоть какое-то небольшое усилие, тогда вот, пожалуйста. Да, тут уже мой косяк, вопросов нет. Ну, веревки хватает, можно и пробовать и пробовать. Еще раз вот двойную. Ах, неудобно. Неудобно наминает, конечно, без перчатки все вот эти грани, все это наминает. Просто неудобно. А так, да, нормально, нормально режет. Вот еще раз. Блин, что такое?
Придется одеть. Вообще не люблю, я всегда рассказываю тесты без перчаток, ну блин, наминает. Как говорится, наминает. Да, в перчатке, пожалуйста. Даже вот маленький кусок беру, вот совсем, совсем малюсенький. Ага, ну малюсенький неудобно. Ну, в общем, да, в перчатке уже совсем другое дело. Голой рукой неудобно. Именно такие силовые работы. Уж больно рукоять так впивается. Ну, едем дальше. Пластиковая стяжка. Ну, тут понятно, ничего сложного нет. Сложенная вдвое. Так же само, без проблем. Далее, постружим. Вначале сосновая доска. Посмотрим, опять же, без перчатки. Ну да, все вот эти вот грани, насечки, так ощутимо, только что на веревке в руку впивались. Попробую сейчас просто за рукоять, не под чойл браться, а просто за саму рукоять. Ох, ребята. Даже вот сосна как бы не твердая, но чувствуется. Все вот эти вот грани, все это мизинец, все вот эти насечки, которые... Все это так очень и очень так это ощущается. Прям хорошо ощущается, я вам скажу. Так, ну а теперь за чойл, если взяться поближе. Ну, возможно, да, стружит и лучше. Ну, кстати, и впивается в руку уже не так сильно, держась за чойл, потому что вот очень сильно мизинец ощущается от этих насечек. То вот если держаться так за чойл, то ощущается, но не так сильно, как по мне. Так, ну, стружит нормально, в принципе. Так, далее бук, вот это уже будет веселее. Бук сухой, лежал дома, подсох, сучковатый, местами сучки есть. Да, ну посмотрим. Сразу на сучок. Да, рукоять вот ощущается, реально ощущается. Если предыдущий, допустим, нож сравнивать, который я тестировал, Бёкер Кихон Авто, там рукоять вообще практически, ну, идеально, я бы сказал. То здесь уже... Здесь, да, здесь ощущается. Но стружит уверенно. Сучки попадаются. Стружит уверенно. Стружку снимает хорошую. Да, давно я так не подуставал, ну именно при стругании, и локоть уже чувствуется, но стружит уверенно, хорошо, но опять же не очень удобная рукоять, понятно, все вот эти грани, я не знаю, там вряд ли будет видно, но наминает он как раз все вот эти насечки, которые придают больше цепкости, скажем, удержание улучшают. И здесь, и сверху, и они же очень так неплохо впиваются. Но вообще стружит хорошо, мне прям, ну, нравится. Как именно нож работает, сам клинок, отлично. И небольшую, если вот стружечку, хорошо, так скажем, такой контролируемый такой вот снятие. И он так уверенно, главное, вот уверенно погружается в древесину, не скользит по ней. Нет такого, знаете, как... Бывает, как металлический прям звук такой, прям бывает нож скользит, то этот впивается хорошо.
Так, ну возьму перчатку еще. Да, ставьте скорость воспроизведения 1,5 и поехали. Ну, в принципе, и хватит. Да, довольно так стружит хорошо, но, опять же, в перчатке прям отлично. Конечно, так рука подустает, но сухой бук все-таки материал такой, да, не сосенка. Стружку снимает, он уверенные такие большие куски, вырезается хорошо. Прям очень хорошо, мне нравится, но без перчатки, конечно, очень-очень ощутимо. Так, далее. Посмотрим, какая, скажем, проникающая способность у кончика. Что-то где-либо там проковырнуть, вскрыть какую-то там упаковку пластиковую. Ну и посмотрим, как он протыкает. Ну, довольно-таки неплохо он протыкает. Кончик так довольно острый, так, ну, нормально, скажем так. Острота такая хорошая, сильно так на него не подавишь, не понажимаешь. Поэтому очень-очень неплохо проникает. Так, ну продолжим дальше. Попробую поковырять что-то кончиком, хотя он, видите, не самый толстый, скажем так, такой средней толщины, может даже чуть меньше среднего, поэтому занятие такое себе, скажем, без особой нужды лучше этого не делать. Вот как-то мне прям не сильно это все нравится, опять же. Да. Можно, конечно, аккуратно, с умом, можно там подковырнуть, всегда все расковырять, если понадобится. Как я всегда говорю, я Victorinox Sentinel в сухом буке делал ложку из сухого бука и выковыривал там черпало. Поэтому по чуть-чуть, аккуратненько, что-то можно, конечно, там поддеть, подковырнуть. Но, опять же, без фанатизма особо мне это делать не хочется, если там тем же Voyager'ом, да, здесь понятно, танта. Тут как раз это одно из его предназначений. Ковыряние бочек, люков, танков. Непонятно зачем, но он это может. Пожалуйста, да. То здесь, конечно, это чуть-чуть нож не о том, больше нарез. Так, ну в пластике так, чисто так символически, как удобно. Если там подковырять что-то, да. Ну, вообще высверливается вот отверстие так. Удобненько, легко. Можно что-то подделать, если будет нужда такая. В общем, проковырять, просверлить можно. Далее. Порежем веревочку. Просто не на количество резов, как я рассказываю, а так слегка подсадить кромку, чтобы потом посмотреть в конце, что же, какой результат. Да, режет. Я не специалист в резе, всегда это говорю, в этом веревочном. Есть специальные люди, которые этим занимаются, но да, довольно неплохо. За один такой
за одно нажатие, скажем так. Раз. Вот. Ну, в принципе, нормально. Хорошо. Ну, теперь порежу шланг. Садовый, обычный. Мало ли такая процедура, да, дачная, скажем так. Вдруг понадобится что-то там порезать. Как раз из жизни. Кстати, шланг нашел. Если веревку покупал, вот этот моток, как и предыдущий свой, нашел в лесу. Так, и поехали. Как-то первый рез, пока непонятно. Так, отчекрыжили. И погнали дальше теперь шинковать это дело. Ну так, не скажу, что без усилий приходится прикладывать. Так, чтобы сказать, что прям просто идет, я не скажу. Ну, сейчас попробую опять же Voyager'ом, так просто для сравнения. Ну, или это я как-то, у меня не получается, может. Так, и Voyager. Знаете, возможно, из-за рукояти это ощущается, потому как здесь, ну, нормальная такая, попухлее будет, грани скругленные, поэтому как-то и нагрузить больше, может сильнее придавить, есть возможность. Да, скорее всего, рукоять. Может, и строй сам клинка, хотя же это резак, спайдерка, резаки, тройной клин, все дела, да, все вы это знаете. Да, наверное, из-за рукояти как-то вот. Да, а ну-ка одену перчатку. И попробуем-ка в перчатке. Ну да, в перчатке увереннее идет. Можно уже поднажать. Да. Режет, да, хорошо режет. Отлично режет. Шланг-то вязкий, понятно, вязнет в нем, но хорошо режет. Но в перчатке, без перчатки, блин. И даже в перчатке вот ощущается, все вот эти грани чувствуются. Ну и будем заканчивать. Опять проверим на помидорчике. Так, пока что-то не понял первый раз. Как-то не пойму я. Непонятно. Вот если этой частью. Ну, как бы отрезает, да, но за один заход... Не знаю. Как-то, как по мне, что ли, уже не так вгрызается. Непонятно. Надо взять, наверное, второй. Нет, в принципе, отрезает.
Не, отрезает, да? Ну да, все. Или слегка подмыливает. Тут надо будет пересмотреть самому. Да не, вот я держу его, в принципе, вгрызается. Вот так вообще, так не надавливая, скажем. Не, нормально, режет. А ну возьму другой помидорчик. Итак, второй целенький, поехали. Ну, блин. Подсел, что ли? Как-то что-то не пойму. Уже и пора заканчивать этот тест, как бы там пару раз хватает, чтобы понять. Но тут я как-то вот... Он-то режет, но не пойму. А ну-ка, опять же, Voyager. Так что без нажатия. Это, наверное, так же само. Ну, смотрите, может, там лучше видно будет это все. Не, ну скользит. Или это я уже, может, я туплю, конечно. Ну вот я вел только что без нажима. Скользил же, правильно? Блин, как по мне, как чуть проскальзывает тут. Ну да, по-моему, подсел. Вот, приходится уже... Блин, что-то я как-то не пойму. Да, что-то тест затянулся. Помидор застал врасплох. Да ну подсел, как по мне, да? Да, я с такими сталями дел не имел, даже там что-то там уже повыше где-то, не АУС 8, АУС 10. Как по мне, подсел. Блин, не знаю. Надо самому пересмотреть. Тоже там вы все видели, делайте выводы. Пока точно сказать ничего конкретно не могу. Но одно понятно, рукоять неудобная, конечно, для работы, только для работы в перчатке. Но если какие-то силовые работы, как вот стругание было, там какой-то рез, вот эти вот все насечки, вот здесь они как бы цепкости передают круто, но вот было это делать явно так неудобно. На том же вот Voyager, ну просто он для сравнения со мной, то специально его не брал, как-то поудобней. Ну вот, как-то так. Ну и напоследок пару кадров с местечка, где я сегодня. Далеко не заходил. Тут он трасса слышно рядом, машины проезжают. Довольно так пасмурно у нас, такой вот туман, не туман, какая-то вот непонятная, что это, как это сказать. У нас такое бывает неделями, без солнца вообще не видно, где там солнце находится. Вот такое дивное место. Сейчас запарю себе кашку, вкусняшку, выпью чая и домой. На этом все. Конец связи.